Можно самостоятельно справляться с трудностями, но в последнее время многим дается это сложнее. Особый акцент на участниках СВО и их семьях. Психолог Анна Лисицына из Луганской Народной Республики провела семинар для ульяновских коллег. Анна специализируется на помощи участникам СВО и их семьям. Адаптация после полей сражений, проработка травм. Тонкостями работы специалист поделилась в конференц-зале штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Дело в том, что когда ребята вернутся, мы будем понимать, конечно, что они немножко поменяются ввиду того, что, конечно, боевой стресс будет откладывать большой на них отпечаток. И эти изменения семьи должны понимать и правильно встречать, и общество должно правильно встречать ребят как героев. Нам важно не допустить разделения общества на гражданское и военное. Специалисты помогают пациентам бороться с тревожными расстройствами, паникой, адаптироваться к привычной жизни, справляться с утратой. Анна Лисицына этой весной проводит семинары в разных регионах страны, но основная локация – ЛНР. У нас в основном это ближайшие прифронтовые территории, но также вся область. У нас есть телефон доверия, который круглосуточно он охватывает все территории. То есть к нам обращаются люди не только из Луганской Народной Республики, из других территорий, где необходима такая помощь, поддержка. На семинаре собрались 50 психологов из учреждений Ульяновской области. Напомню, на базе регионального отделения фонда «Защитники Отечества» также оказывается психологическая помощь участникам спецоперации, их супругам и детям. Виктория Чиркова, Герман Баранов, Улправда ТВ.